каждый из нас что-то строит. Кто-то строит карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это большая стройка, а наша работа – за ней наблюдать. Сегодня мы в Ялте, где строят… сейчас скажу, что строят. Что здесь строят? Стадион «Авангард». Стадион «Авангард». Ну, сразу видно, что стадион. Чего непонятного? Вот поле. Вот поле. Я реально ничего в этом не понимаю, я не шучу. Я вот... Что-то сломала. Нормально, нормально. Нормально? Да. Это моя работа. Молодец. Да. А на него нужны права. Все, берем тебя на работу. Берет? Да, берем. Меня берут на работу. Ура! Погнали! Здесь мы построим трибуну. Она будет рассчитана на 4000 мест. В ней, в этой трибуне, будет размещаться спортивный зал, будет размещаться шахматный клуб, тренажерный зал, VIP-зона и конференц-залы будут размещаться. На этом футбольном будет также будет проходить соревнования по легкой атлетике. Это метание копья, метание молота, прыжки в высоту, прыжки в длину. Будет еще одно построено поле. Это будет дополнительное поле чисто для тренировок. Там будут все те же самые дисциплины. Будут также беговые дорожки, прыжки в длину, прыжки в высоту и бег с препятствиями. Вот. Также будут размещены у нас парковочные места, кассы, две входные группы и котельная будет новая построена. Стадион «Авангард» в Ялте – это не просто стадион местного значения, вы только представьте себе, ведь это стратегически важный объект для всей республики. Здесь занимаются чемпионы мирового уровня. Кто, спросите вы? А я вам отвечу. Рекордсменка мира, чемпионка Европы, участница Олимпийских игр Вера Ребрик. This is Vera Rebrick, the reigning European junior champion, open with a throw of 55. It's a world junior record. Здравствуйте. Здравствуйте. Присматриваете себе новый снаряд? Ну да, по старой памяти, думаю, как бы на стадионе надо новый инвентарь присмотреть. Ну скажите, стадион — это такое название условное. Вы вообще узнаете, что здесь происходит? Здесь вы, собственно, и занимались, тренировались и день, и ночь, я так понимаю. Ну, тут прошла большая часть моей жизни, но, честно говоря, вообще сейчас не узнать. Обстановка, все, конечно, перерыто. Совершенно другая. А вы занимались на этом стадионе... Он вам уже, наверное, как родной. 18 лет. 18 лет. Это очень много. Ну, это очень... больше, чем половина жизни моей. А что даст, вот как на ваш взгляд, модернизация этого объекта? Как-то это отразится на спортивной отрасли в целом Крыма? Ну, у нас в Крыму всегда Крым отличался хорошими спортсменами. Ну, и при таких хороших базах спортивных, да, сооружениях, я думаю, очень будут высокие результаты показаны в спорте, наверное, не только в легкой атлетике, но и в других видах спорта в ближайшее время после того, как будет сдан объект. Значит, выделено денег 975 миллионов на реконструкцию данного объекта. Планируется вот в эксплуатацию 1 декабря 2021 года. Подрядчик ведет работы, не выходя из графика. Это говорит о том, что в срок будут закончены работы. На сегодняшний день ничего не мешает. Вот. Будет реконструирован стадион, будут трибуны. Трибуны будут немного расширены, увеличены. То есть места для зрителей будет больше. К тому же здесь планируется дополнительное помещение для молодежи, там, чтобы возможно было заниматься борьбой. Соответственно, там и легкая атлетика, и еще некоторые виды спорта. Скандалы, интриги, расследования, драка на стройке. Ребят, что не поделили? Ну, все нормально. Нормально. В каске не узнала. Это же чемпион первенства России, серебряный по самбо, Роберт. Ты, я смотрю, возвращаешься на стадион и занимаешься при любых условиях. Приходится. Здесь у вас был тренажерный ваш? Вот, или... Да, тренажерный, на этом правильно? Месте, да, совершенно верно. Мы тренировались, пока не произошла реконструкция стадиона. И все, теперь на паузу нажали, да? Теперь, да. Да. Скучаешь по тренировкам? Конечно. Зато все везде будет по-новому сделано. Конечно, да. Ждем, надеемся, верим, что будет все еще лучше, чем было. Ну, на данной территории участка происходит вязка армокаркасов, пилонов, колоннов, диафрагм для вертикального
заливки бетона и дальнейшее сооружение конструктива. На чуть-чуть дальше на участке происходит обратная обсыпка отсевом, подготовка под заливку именно плиты второго участка, именно нашего здания. Как вы видите, на дальней стороне участка происходит заливка бетона подпорной стены. Это завершающая часть заливки подпорки. Смотрите, здесь все очень просто. Даже девушка любая разберется. Здесь мы запускаем машину. Так рычит. Делаем блокировку. И все как в компьютерной игре. Руки кладете сюда, ага. И начинаете управлять. Давайте. О, вот оно что. Ага, все очень просто. Давай, мамочка, давай. Есть автоматы, где нужно достать игрушку. Вот я себя чувствую человеком, который пытается достать игрушку из автомата. О, получилось! Я это сделала. Это, похоже, был фильм «Валли», где маленький робот очищал планету. Вот это такой маленький, миленький Валли. Хороший, мне подходит, слушайте. Уютненький, стильненький опять же. Так, ну что, поехали дальше? Поехали. Еще одни какой-то. Ой. Отходите! Да, собственно, ничего необычного. Нормальный такой рабочий день на стройке. Я главный по отсеву. Занимаюсь, вот выравниваем, отметку даем под заливку. Ну, видно, что вы главный. Ну, стараемся. Отсев засыпаем, чтобы выровнять площадку под арматуру. Потом будем стелить мембрану, и ребята будут вязать арматуру, будем лить дальше плиту. Лично вот этот стадион я помню 60-х годов. Когда-то сюда мой батюшка приводил нас на занятия спортом, на футбольные матчи, на просмотры легкоатлетических. Такая семейная история. Да, у нас вообще в семье отец спортсмен, и мой брат был спортсменом, и сестра моя, и так далее. У нас большая семья. Целое поколение на этом самом стадионе было воспитано не одно поколение тех самых спортсменов, которых мы Я помню его вот еще с тех времен, самый первый, помню его уже после этой реконструкции, и сейчас он надеется, что руководство и города, и стадиона нас услышит, и очень хотелось бы, чтобы это было такой, знаете, большой, жирной точкой именно развития любого вида спорта – это вот стадион. Естественно, проведение своих мероприятий спортивных, и общественных, и муниципальных безумно хотелось бы, чтобы мы вышли на тот уровень, который этот стадион имел в советское время. Видите, у нас там трубы сделаны одни, за подпорной стеной трубы похоронены другие. Это все было создано для того, чтобы дренажную систему мы, когда котлован выкапывали, и шли именно грунтовые воды, там, с ливневок, там еще, вот именно везде у нас ушла вода. И это затруднялось вот именно на разработке грунта под, ну, котлована под здание. Поэтому делалось по периметру котлована, мы выкапывали дренаж, ставили, понижали, ниже делали дренаж нашей отметки, вот именно здания. Засыпали все это бутом, ставили вот эти вот трубы, которые идут у нас там, и оттуда откачивают воду до сих пор. На самом деле здесь находиться очень опасно, и я рискую в прямом смысле собственной жизнью. Ну, каска меня спасет, если что. Арматуры незакрепленные могут упасть, поэтому вести себя нужно осторожно. Ну, а по большому счету ничего страшного здесь нет. О, ужас какой! А почему у вас такая маска? Маска. Нет такого спортсмена, нет, ни в каком возрасте, который бы не хотел стать чемпионом. Но чемпионы... Любой солдат мечтает стать генералом. Да, и когда-то мой тренер сказал потрясающую фразу, я ее повторяю и понимаю, что он абсолютно прав. Ну, не взлетает истребитель с кукурузного поля.
Ну не взлетает, сесть еще может. А взлететь истребитель с кукурузного поля, ну не может. Поэтому, конечно, нужны современные базы, современные стадионы, современный уровень возможности тренироваться детям. Безусловно, я думаю, любой тренер, которому предоставят подобные условия, он будет только в восторге. Да, пока что здесь не трибуны, а арматуры, не газон, а бетон. А вместо криков болельщиков шум стройки. Для нас все выглядит как полнейший хаос, но на самом деле это тщательно спланированная работа для того, чтобы... Быть здоровыми, играть в футбол, заниматься спортом. Мы для этого этим здесь делом и занимаемся. И пускай в нашем Крыму появится больше спортсменов и больше чемпионов благодаря таким объектам. Желаю своим коллегам-спортсменам немножко терпения дождаться нового стадиона. Необходимо сейчас следить за нравственным воспитанием молодежи. И данное мероприятие, и наличие такого стадиона позволит молодежи расти крепкой и здоровой. Я думаю, что это будет очередной каплей в той самой победе, которую наши спортсмены обязательно завоюют на уровнях всех соревнований. Соответственно, и государство наше, имея такую крепкую и здоровую молодежь, будет само по себе крепче. Все делается именно для этого.